Третий учебный год, лето на дворе. Солнце всем привет и шлет, клонит день к жаре. Пыльный город надоел, думает семья. Отдохнуть от всяких дел и решаю я. К морю, мы едем к морю. Туда, где пальмы, волны, золотой песок. Вокзал встретил словно друг. Видим из окон такси миллион красот. Ты такси быстрее вези, нас ведь море ждет. К морю, мы едем к морю. Туда, где пальмы, волны, золотой песок. Вскоре, мы будем вскоре купаться, загорать и пить фруктовый сок. К морю, мы едем к морю. Пальмы, волны, золотой песок. Вскоре мы будем вскоре купаться, загорать и пить фруктовый сок. Дом, где мы живем. Улица, на которой мы живем. Это дети, которые живут на этой улице, в этом доме. Андрей, кидай. Кидай, Андрей. Борщ забирать. Не хочет, его зовут, он не хочет. Кто это, мама? Нет. Какой у меня пресс мяч отбивать? Я просто вроде бы нормально подстрелить. Ага, нормально. Нормально. Людей побил. Сейчас я сошу, дочек начинается. Я думаю, куда-либо убегаю. Да, все знают, что не оставляется от дома.
давай. Отошли в сторону, дети. Отошли в сторону. Вот заодно так давайте разведем. Быстрее, да. Давай, подавай. Мне же вот так поехать снизу. Я сама бежала. Коля, стань подальше. Коля, никакого. Мне прямо в рот капля упала. Интересно. Это что, Рой, ваша сына за удар. Ну почему именно в кусты? Чем тебе кусты нравятся? Валер, иди играть. Там никого нет. Оттуда подавай. Оля! Ну почему? Че ты лезешь, когда не надо? Настя! Я здесь. Куда мы видим? Подавай. Что это за кинооператор тут? А? Еще один кинооператор. Еще один? Елизавета Витальевна? Ку-ку. Подарок кому? Нормально. Вот что Валера не играет с нами. Ты чуть-чуть в голову. Ми розуміємо, що в тебе красиві ноги, але не треба в тебе не виставляти. Тебе не розуміємо. Чи в храмах, чи в кабинеті. Ми розуміємо, що в тебе красиві ноги, але не розуміємо. Пугай! Давайте попробуємо піднімати ноги. Давайте попробуємо його взяти вбивати. Thank you.
слышишь шум ветра и в ладоши звонко хлопает листва. Сегодня все вместе мы поем песню, от которой просто ходит кругом голова. Но радостным светом полон мир этот, и небесная смеется с неба. Не зевай, лето, и давай под шум ветра солнечную песню напевай. Привет, лето, как всегда, где-то жизнь прекрасна и проста, как дважды два. Есть добрые, вместе мы опять вместе, и повсюду зеленеют листья и трава. Зачем дремать ветру на ветвях кедра, если в пении птичьем слышатся слова? Не зевай, лето, и давай под шум ветра солнечную песню напевай. Слышишь шум ветра и в ладоши звонко хлопает листва. Сегодня все вместе мы поем песню, от которой просто ходит кругом голова. Но радостным светом полон мир этот, и небесная смеется с неба. Не зевай, лето, и давай под шум ветра солнечную песню, солнечную песню, солнечную песню напевай. Готовимся серьезно и музыку качаем, и до отъезда к морю за месяц не считаем.
Я к синему морю бегу, без моря я жить не могу. Встречаю я зори у синего моря на желтом морском берегу. Встречаю я зори у синего моря, без моря я жить не могу. Шуршит золотистый песок, струится воды холодок, и в дальние дали уносят печали соленый на вкус ветерок. И в дальние дали уносят печали соленый на вкус ветерок. На синем море с ветрами споря бежит волна, и как русалка в родное море я влюблена. На синем море с ветрами споря бежит волна, и как русалка в родное море я влюблена. Я знаю, в морской глубине дельфины скучают по мне. Плывут осьминоги, не зная дороги, дельфины скучают по мне. Плывут осьминоги, не зная дороги, дельфины скучают по мне. Я чайкой над морем лечу, крылом подставляя лучу, и волны ныряя, с разбега ныряя, русалкой морской быть хочу. И волны ныряя, с разбега ныряя, русалкой морской быть хочу. На синем море с ветрами споря бежит волна, и как русалка в родное море я влюблена. На синем море с ветрами споря бежит волна, и как русалка в родное море я влюблена. Солнышко, ласковый свет, и радуга шлет нам привет. И в этом просторе купайся в море, а утром встречай рассвет. И в этом просторе купайся в море, а утром встречай рассвет. На синем море с ветрами споря бежит волна, и как русалка в родное море я влюблена. На синем море с ветрами споря бежит волна, и как русалка в родное море я влюблена. И как русалка в родное море я влюблена. Вот так.
Ты же, дед, купался? Ну да. Света. Ты спускался уже? Да. И Света. А можно мы вместе зеленый или с красным? Можно. Ну, да. Вместе, я не знаю, вы не поместитесь вместе там. Нельзя. Да, вместе нельзя. Ладно. Давай. По очереди. Нет, 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 нет
Хотим сказать вам большое спасибо за то, что вы нас балуете, за то, что не ругаете, философствуете над нами, интересно рассказываете истории, те, которых мы вообще не знали. Видно, что историю мы не учим. Но есть у нас дядя Игорь, который нам все расскажет. Спасибо, Светлана Ивановна, за этот прекрасный отдых на море. Спасибо за то, что где вы... меня поймали, там меня и поздравляют. Спасибо за то, бочка, что вы вообще привезли нас сюда. Еще хотим пожелать вам много богатства. Хотим сказать, что... Неземного. Неземного богатства. Ну, богатство это мы, конечно. Потому что мы у вас тоже хорошие, мы вас любим. Спасибо. Ну, чтобы вы их спасибо радовали, Господи, самая да, лучшая, наверное, благодарность – это ну, и красивые слова, да, и хорошие поступки, и
ответная любовь. Да. Вот, чтобы вы своей ответной любовью их всегда каждый день благодарили. И мы хотим вам подарить, отдайте тортики. Вы пока здесь побудьте, я сейчас весь эту до вашего подарка. Нашим сердце мелодия, нашим сердце слова, нашим сердце подяка за дар вашого життя. Многое літа ми бажаємо, многое літа від душі. Нехай вам серце усміхається, коли падають дощі. Мої ви родні, я вас люблю. А еще хотел спросить, у вас в воскресной школе, вы же там все встречаетесь, этим коллективом? Да. У вас там есть иконы? Да. Вот, то хотел бы от нашего храма подарить икону Пантелеимона, чтобы она вам напоминала о славном городе Скадовске, о Пантелеимонском приходе. Спасибо, Господи, вас, Отец. Вчера я купил, сегодня осветил, и как раз к вашему приезду. Вот, чтобы мы все были здоровенькие. Держи, Лизочка. Спасибо, Господи. Божьей помощи. Спасибо, Господи. А теперь вас очень любим. Спасибо за то, что вы есть у нас. Вы заменили нам, ну, большую часть, конечно, родителей, дедушек и бабушек. На отдыхе, да. 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 Надеемся, что в следующем году мы все равно сюда приедем. Конечно. Я думаю, мы бедные, чем. И пускай нам будет по 50 лет, но мы будем вместе. Будем со мной, да. Закрыла. Можно еще раз? Мы вас закрыли. Все, выключай, спасибо. Спасибо, дети. Очень-очень радостно. Сейчас мы его задеем. Нет. Светлана Ивановна, мы договорились не делить, потому что, ну, как мы заделим вот эту? Да как? Нет! Смотрите! На шоколадке 12 кубиков. Светлана Ивановна, нет, мы так не договаривались. Это не этот, не намек. Дядя Игорь, уберите компромат, пожалуйста. На ладошках небо.
сон приснился мне. Жизнь моя в мажоре, на волне буду вскоре, на большой волне буду вскоре. Просто чудеса, я стою руками в штурвале, песня в небесах, чайкой летит, ветер паруса, пусть держу на синей дали, я не свернусь с пути. Просто чудеса, я стою руками в штурвале, песня в небесах, чайкой летит, ветер паруса, пусть держу на синей дали. Задора режет синеву, и под шум мотора я плыву с ветром споря, за мечтой плыву с ветром споря. Просто чудеса, я стою руками в штурвале, песня в небесах, чайкой летит, ветер паруса, курс держу на синее дали. Мне в пути помогает моя звезда. И мечту воплотить мне в пути помогает моя звезда. Счастливые лица, мы идем по дороге, и мы не грустим. Вместе с тобой мы повторим, чтобы счастливы
жить, забыть проблемы. Улыбайся и фон, не меняй этой темы. Свободно живи, никогда не рисуйся. И друзей собери, вместе с ними тусуйся. И увидишь, что будет проще простого. Это в мире нельзя, это просто три слова. Это просто предлог, где отец и не хочет. Ты же знаешь, все будет проще. Мы дорогу у детства шагаем с тобой. И прикрепим с нами, давай-ка ты спой. Вместе петь, танцевать, веселиться, видеть ваши счастливые лица, позабыть все невзгоды на свете, улыбки дарить друзьям, чтоб на нашей огромной планете был бы мир, были счастливы дети. И тогда, будет радость всем нам. Прекрасно. Океан это глубоко и опасно. Познакомишься с ним поближе, он ладони тебе оближет, протянет руку, даст совет как другу. Даже если ты без пяти большой, не шути с волной, шторм страшен и жуток, не понимает шуток. Хоть до неба ты дорасти, но с волною не шути. Шторм страшен и жуток, не понимает шуток. Взяли на память жемчужину и кораллы, и креветок ужину мы набрали. Нам осталось совсем немного, передать креветки там и осьминогам, и с вами вместе спеть вот эту песню. Даже если ты без пяти большой, не шути с волной, шторм страшен и жуток, не понимает шуток. Хоть до неба ты дорасти, но с волною не шути. Шторм страшен и жуток, не понимает шуток. Друзья, конечно же, круг спасательный, на-на-на-на. Но все равно надо знать обязательно, таблицу умножения, правила поведения, на-на-на-на-на-на-на в воде. Даже если ты без пяти большой, не шути с волной, шторм страшен и жуток, не понимает шуток. Хоть до неба ты дорасти, но с волною не шути. Шторм страшен и жуток, не понимает шуток. Вышло вкусный, добавляли что?
были. Где такой рецепт нашли? Мама все же удивилась. Вы такие молодцы! Porque no tiene, porque
necesita tres vagones, uno para su maleta y otro para sus garzones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. La cucaracha ya, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. La cucaracha ya, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. La cucaracha ya, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Bumba, la 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 Hambana kukanela, sha-la-la-la. Wena na mbina, hapa-na-na. Hambana kukanela, sha-la-la-la. Wena na mbina, hapa-na-na. Hambana kukanela, sha-la-la-la. Hey, wakini utahina, bulungu hapa-na-na. Wakini di, wakini utahina, bula-bula na wena. Hey, wakini utahina, bulungu hapa-na-na. Wakini di,
зажгу я улыбкой небес синеву. Увижу я сказочный сон наяву. А сердце смеется, а сердце танцует. Оно напевает любимый мотив. И солнечной кистью на небе рисует. Все так хорошо, все еще впереди. Все так хорошо, все еще впереди. А сердце смеется, а сердце танцует. Оно напевает любимый мотив. И солнечной кистью на небе рисует. Все так хорошо, все еще впереди. Все так хорошо, все еще впереди. Выполняйте правильные движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне.
гроб. Сохрани здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Разговаривать не надо, приседайте до упаду, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. Выигрыши даже начинающие. Красота среди бегущих первых нет, и остающих бег на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих первых нет, и остающих бег на месте общепримиряющий. Сказать, что у каждого день ангела, потому что сегодня церковь празднует день всех святых, всех наших святых, чьи имена мы с вами носим, кому молитвенно мы обращаемся, кто жил в нашем Отечестве, кто ходил по нашей земле, кто жил в наших регионах, все те святые, которые угодили Богу. И неспроста церковь в первое воскресенье по Пятидесятнице установила праздновать память всех святых. Еще неделю назад мы говорили, мы вспоминали, мы праздновали сошествие Святого Духа. И вот на живом примере церковь показывает, как этот Святой Дух может действовать в человеке. Как он может преобразовать человека, как он может сделать из грешника праведника, как он может сделать из разбойника святого, как он может человека преобразовать до такой степени, что он может ходить по водам, что он может перемещаться в пространстве, что он может видеть прошлое и будущее, что он может исцелять и делать чудеса именем Божиим. Вот таким образом Дух Святой действовал в святых, чью память мы сегодня празднуем, и празднуя их память, вспоминая их житие, говоря о тех подвигах, которыми они просияли, прославили Бога и прославили здесь на земле, мы должны с вами возгореться такой любовью, таким желанием подражать им. Мы должны загореться желанием быть такими же, как они. Мы должны загореться любовью к ним, что они сделали это и для себя, и для нас с вами. Я желаю, чтобы мы могли, находили в себе силы подражать святым угодникам Божьим, чтобы мы находили в себе, в своем сердце место для действия Святого Духа, чтобы Дух Божий, который дышит где хочет, чтобы и в нашей душе, в нашем сердце он дышал и действовал так, как угодно ему, а не нам. Я желаю, чтобы Дух Божий руководил нами в течение всей нашей жизни, чтобы он нас окрылял, и, конечно же, молитвами наших святых угодников Божьих, чтобы мы благоугождали Богу и приближались к Царству Небесному. Я всех вас поздравляю с днем вашего ангела, вот, и всех поздравляю со Светлым Христовым Воскресением, Воскресным Днем. Напоминаю, что следующая служба в нашем храме будет сегодня в 5 часов акафист перед иконой Божьей Матери Всецарица. Во вторник в 5 часов будет акафист великомученику и целителю Пантелеймону. В субботу в 5 часов вечернее богослужение, в воскресенье в свое время службы. Ангела-хранителя, спаси и сохрани вас, Господи. Спаси, Господи. У нас сегодня небольшая такая, ну для меня точно радость, и для меня это большая радость. Для кого-то, может, это небольшая радость или по-разному. Но скажу еще пару слов, что сегодня наш храм
прибыли гости. Видите, так многолюдно. Да, это да, не да, просто да, так, что прям да. все в Скадовске решили к нам прийти. К нам с Кривого Рога приехала воскресная школа. Вот. Они отдыхают у нас в городе. Они набираются сил и здравия. И помимо того, что вот среди всего года люди могут выделить там 5, 7, там, 10 дней для того, чтобы поехать на море. И когда приезжают люди на море, никто не думает о том, чтобы пойти в церковь, на службу. Но не затем он поехал. У него еще 355 дней в году, когда он может ходить в храм. И потому очень малый процент, когда отдыхающие приходят в церковь. Но эти отдыхающие пришли в церковь, потому что без церкви, я думаю, что они жить не могут. Они воспитанники воскресной школы своего храма, они красиво поют молитвы перед и после еды, они действительно живут церковной жизнью, и где бы они ни были, ну, в данный момент они в Скадовске, они все равно, море, не море, ничем их, мне кажется, не соблазнишь, все равно в церковь они придут и пришли. И потому многое вам лето, спасибо Господи, чтобы спасибо, Господь даровал Господи, здравие, спасение, и всегда впредь приезжайте, и с радостью будем вас принимать. Спасибо, Господи. Да, забыл. Напоминаю также, братья и сестры, что с завтрашнего дня начинается пост Петра и Павла. Это пост не строгий, в течение этого поста разрешается вкушение рыбы, ну, конечно же, кроме понедельника, среды и пятницы. Вот, с завтрашнего дня, сегодня заговляемся, с завтрашнего дня начинается пост, потому постараемся попаститься правильно, постараемся попаститься, ну, по мере своей строгости, по мере своих сил, по мере своего желания, но как можно меньше сделаем себе послаблений. Кто-то говорит, вот там жарко, не могу без того, без прочего. Господь сделал все, чтобы мы постились, и рыбу даже послабление такое дал, и столько зелени у нас сейчас растет, потому этот пост, он считается самым легким, и мы его должны провести правильно и достойно. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общниками быть святым Твоим сподобил еси. Благодарю Тебя и помяни недостойного, причаститеся при чистых Твоих и небесных дорог сподобил еси. Но Владыка человека любче нас ради умера же воскреси, и даровавы нам страшные сижу, Твоя считаем, что он благодеяние освящения души телес наших, дашь бы и симе небо исцеление души же и тела, в отгнании всякого сопротивного, в просвещении очень сердце моего, мир душевных моих сил, веру и лицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего Царствия, присвоение, сова святыни, теми Твоей, теми сохраняем, Твою благодать поминаем, всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, благодетелю, статусе Божий, Тебя и чет от надежды живота вечного, безнасущный достигну покоя, где же празднующий глаз не пристанет, и бесконечная сладость зрящих своего лица добротом неизреченную, Ты поиси истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, царю веков, задечивый всех, благодарю Тебя всех, еженись и подал благих, и о причащении, и причистых, и же спасящих, кто не тайн. Молю, хоть облажи человека лучше, сохрани мя под кровом Твоим, сини крылу Твоей, даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь святых Твоих, восставление грехов и чистечную, Ты поиси грех животных, душу святых, не подать им против их и без славы. Этот мир такой маленький, почему взрослые его не берегут? Зачем нужны войны? Наша земля такая красивая и хрупкая, как хрустальный шар. Мы должны сохранить наш мир. Можем не сомневаться.
Чего мы с тобою на свете живем? Для того, чтоб гулять под ночным дождем. Для того, чтобы однажды с утра солнцу раннему дверь распахнуть и на мир улыбнувшись взглянуть и сказать завтра лучше вчера. Для того, чтобы петь по утрам парурам, парурам, парурам. Чтобы верить в любовь, для того, чтобы встретиться вновь, чтоб согрел наши встречи огонь, ладонь. Для чего корабли, постояв, отправляются в путь, чтоб проплыв вокруг земли, непременно домой свернуть. И вот так же и мы, как они,
все куда-то, куда-то плывем. И, наверное, скоро поймем, для чего мы на свете живем. Для того, чтобы петь по утрам. Пару-рам, пару-рам, пару-рам. Пару-рам, пару-рам, пару-рам. По утрам. Для того, чтобы верить в любовь. Для того, чтобы встретиться вновь. Чтоб согрел наши встречи огонь. Ладонь. Давайте. У нас на трампарке вдали от дорог, от города на удаление, красуется веры святой уголок, отрада всем и утешение. Здесь дети воскресную в школу бегут, и радость в глазах их искрится. Здесь добрый наставник, Леночка, поем всему, учиться, любить и молиться. Утешить больного и взрослым помочь нас учит воскресная школа. Чтоб веру в Христа укреплять каждый мог, она будет нам аксиома. О жизни святых, о святых чудесах нам все разъяснят и покажут. Научат прощать, уважать и любить, и мирой святою помажут. Поездки, почаев, рыбалка и тор нам стали обыденной нормой. К чему нам стремиться и чем дорожить, укажет Отец наш духовный. Нам счастье от Бога такое дано, в стране православной родиться. Наставникам всем за терпение и труд хотим до земли поклониться. А что вы промолчали? Проходить Божьи праздники все чтить, православной учат в школе, учат в школе. Проявлять любовь в делах, а не суетных словах, православной учат в школе, учат в школе. Верить правде, а не жить, с Богом в сердце своим жить, православной учат в школе, учат в школе. Не искать богов других и не слушать слов пустых, православной учат в школе, учат в школе. Маму с папой уважать, малышей не обижать, православной учат в школе, учат в школе. Все мы Божьи существа, не должны мы делать зла, православной учат в школе, учат в школе. Всех букашек Бог создал, все живое миру дал, православной учат в школе, учат в школе. Чистоту свою беречь, душу, тело, мысли речь, православной учат в школе, учат в школе. И чужого, чтоб не красть, душу не водить напасть, православной учат в школе, учат в школе. Сплетни, зависть — это грех, а любить мы можем всех, православной учат в школе, учат в школе. Божьи заповеди знать, исполнять их все на пять, православной учат в школе, учат в школе. Маш, давай. Я
тоже. Спаси, помилуй, Господи, отца моего духовного, на многое лето дай ему терпения и любви. Спаси, помилуй, Господи, отца моего духовного, и ради его святых молитв, и нас благослови. Отца моего духовного, наверное, недостойная, как за него мне, Господи, тебя благодарить? А у него таких, как я, неисчислимая семья, и каждому так хочется к нему поближе быть. Не зная ни сна, ни отдыха, без храма, как без воздуха, он молится всех о нас молитвою любви. Пусть мы такие разные, но с ним навеки связаны, и Бог мой жизни будущей, ты нас не раздели. Малейшая неурядица нам катастрофой кажется, и мы к Отцу Духовному бежим по пустякам, и хоть бы раз нам чадушкам спросить, ну как ты, батюшка, быть может, тысячу раз ему сейчас труднее, чем нам. О Боже, по милосердию ты хочешь всем спасения, но позабыв о промысле, мы ропщем без конца. Как трудно со смирением претерпевать лишения, но не лиши нас, Господи, духовного отца. Спаси, помилуй, Господи, отца моего духовного, на многое лето дай ему терпенья и любви. Спаси, помилуй, Господи, отца моего духовного, и ради его святых молитв, и нас благослови. Видите, люди добрые, во славу Божьего света, Отцу Николаю, Отцу Николаю, многое-многое лето, многое лето, многое лето, многое-многое лето. Живите, люди добрые, во славу Божьего света, Матушке Наталье, Матушке Наталье, многое-многое лето, многое лето, многое лето, многое-многое лето. Живите, люди добрые, во славу Божьего света, нашему Владику, нашему Владику, многое-многое лето, многое лето, многое лето, многое-многое лето. Спаси, Господи. И благословите эту дорогу. А как же вам здесь многое лето? А вы нас просто всех благословите на дорогу. Призвит на вас, благословит вас, просветит лице свое на вас и помилует вас. Ну, ангелы, спаси, Господи.
черное море. Многое знает, многое дарит черное море. Может, тихонько прилечь у ног и лишь штормами хмуриться. Черное море, черное море, черное. Берег.
замок. А права не пользуются? Чи замок? Замок чи замок? Замок. Домой. Я хочу в Дубай. Домой, скажи, я хочу домой. Домой я хочу. Я хочу. Пойти в первый класс. На остров, на остров. Ой, я не хочу на такие Я хочу на такие круглогодичные. На остров. На остров. На остров. Так, я. Не забудем. Где твоя борода? Я хочу, чтобы Андрей задерживал дыхание на час. Что за тут за артобстрел? Жизнь!
всегда оставаться на связи. И наши экскурсоводы с радостью помогут поштальону доставить письма и поговорить с любимыми в любую точку планеты. И никаких трудностей им ни пошел, ни снежные заносы, ни айсберги, ни препятствия на пути наших героев. Пошилки компаса крутятся в огне поиска правильного направления нашим сердцам! Творческая фантазия и наши аплодисменты!
Настоящий мужчина начинает написание картины и делать. Друзья, улыбнитесь! Громче наши аплодисменты, тем быстрее движутся сёстры! На моей стороне, начали! Смотрите, как действует право нашим сёстрам! Путешествие продолжается. Вместе мы приближаемся к экватору, а мы нам слегка освежиться. И загадочную Индию. Ее древняя культура восхищает и удивляет жителей всего земного шара. Также и наши экскурсоводы не перестают удивлять нас способностями и демонстрируют древнейшую индийскую традицию. Здоровье, заокеанская звезда мирового масштаба.
Дана Мара! Я лично думаю, как мне научиться.
все так же, Алехандро. Но смотрите, что задумали наши итальянские гости? Видимо, решили признаться людьми, всем зрителям, сидящим в нашем зале. Артистка, я вижу, готова. Маэстро, музыку! Ну как можно было так опозориться перед зрителями? Ладно, подарим тебе еще один шанс, но тебе никаких фонограмм. Пожалуйста, своим прекрасным, очаровательным голосом. Но как же против подручь, если совсем нет талии? Кто в нас стоит такой величиной, как Нора, и это, знаете ли, не проблема! На дельфине плывем. Плаваем на дельфине. Там дельфин Зевс, а тут дельфин Ярик. Поэтому я даю, когда я скажу 1, 2, 3, тогда мы начинаем. То есть, слушаем внимательно. Отнесли, вернулись, передали эстафету.
вдвоем вот так несем. Придерживать можно чуть-чуть, но не давить, она лопнет. Поэтому даю старт. Раз, два. Так, стоп, фальстарт. Притрагиваемся до колбасы, когда я скажу «поехали». И не нагибаемся в это время, потому что у вас раз, два. Выпрямились. Просто тянет колбасы это. Мой родитель колбасу не покупает или что? А, Назар говорит, я есть ты хочешь. Вот обидно, дитина. Родители, накормите Назара, он уже готов съесть ее. Хорошо, дай отчет. Раз, два, три, поехали. Несем аккуратно, несем. Ложим аккуратно, отлично. Отлично. Несем, не роняем. Молодцы, положили. Мы спешим, ждем, пока передадут эстафету. Пошли, отлично, Сергей тебя зовет, беги с ним, он знает, что сделать. Помогаем, поддерживаем свою команду. Нельзя переложить, я все вижу, мужчина, я вижу, у нас забрался маленький воришка. Маленький воришка на склад и подложил колбасу. Я все видел, где колбасы? Отлично, я видел. Первая команда закончила. Команда Назара. Один, два, три, поехали. Над головой поднять. Над головой. Хорошо. Над головой поднимаем. Засчитывается над головой. Рви, рви, зайчик, рви, бросай, беги. Молодец. Зубами рви ее, рви зубами. Отлично. Умничка, только воду не пьет. Зубами рви, умница. Хорошо, воду выплевываем, не пьем воду. Смотри, какая Юра укатилась, умница. Давай, ну, рви последнюю, Жасмин, рви, давай. Давай, умница, Жасмин. Молодец! Умница! Ну что ж, подведем итоги. В этом раунде победила команда Сергея. Жасмин вырвала зубами победу. Поэтому здесь у нас 8. Дадим 8, здесь дадим 7. Поэтому счет у нас ровный. 15-15. Победила дружба. Ну что ж, на этом конкурс закончен. Вам понравилось, я надеюсь? Отлично! Приз, ну, приз мы разыгрывали карточку. Мы разыгрываем каждый день по одному призу. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день я сделал для себя вывод и определил самого активного человека аквапарка. Это последний, я вам подсказочку, думаю, вы сами поймете. Это человек находится в команде Сергея. Первая подсказка. Вторая подсказка. Очень острые зубы. И третья подсказка. Этот человек последним разорвал колбасу. Правильно, это Жасмин. Жасмин. Сейчас, Жасмин, иди сюда. Вот такой вот фонарик тебе. Вот такой. Ну и, конечно же, еще второго человека я могу не заметить, потому что он участвовал на протяжении 2 дней. Приходил к нам. Я думаю, первая подсказка вам сразу на все ответит. Этот человек выиграл карточку в Лунопарк. Поэтому вот такой вот лизун тебе внутри, там лизун. Только девочек не бросайте, потому что он очень липнет. Если тебе не нравится, Жасмин хочет такое, можете поменяться. Но это... А, это твоя сестра, так тогда, что ты, зайдешь в спальню, заберешь у него этот лизун, и все. Скажешь, брат, ты меня любишь, поэтому ты должен мне отдать все. Спасибо вам огромное, вы самые озорные, вы самые веселые, вы самые классные, поэтому приходите в наш самый замечательный аквапарк Акватория, который находится на городе Скадовске. Отдыхайте, получайте массу позитива, хорошего настроения. И завтра у нас будет... Раз, два, три, поехали! Отлично! Круги не ловить, потому что я не зачитаю шар. Просто держим круги.
Кто больше забросит шаров в лузу? У нас только один будет шаров? Шаров поровну. Один круг с шариками? Да, у нас будет один круг с шариками. Дальше будет все интереснее. Дальше будет все интереснее и интереснее. Прижимайтесь ближе. Главное донести, не спеши. Давай, ехали. Лома, подал бы мячик, ё-моё, что там, шепнул бы. Thank you.
Ну-ка, торопись, не мешкай. Упражнение пробежка. Побежали без оглядки. Так, чтобы сверкали пятки. Заправляем мы кровать и зарядку начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Бегаем, коленки выше бегаем. И дышим, дышим, бегаем. Руками машем, не остановит нас. Бегаем, коленки выше бегаем. И дышим, дышим, бегаем. Руками машем, не остановит нас. Зарядка, зарядка, веселая зарядка для тела и порядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка мы делаем всегда. Зарядку продолжаем и начинаем приседать. Мы на месте приседаем. Раз, два, три, четыре, пять. Приседаем, приседаем. И усталости не знаем. Мы на месте приседаем. Не остановит нас. Приседаем, приседаем. И усталости не знаем. Мы на месте приседаем. Не остановит нас. Зарядка, зарядка, веселая зарядка для тела и порядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка мы делаем всегда. Будем делать мы наклоны, чтобы пальцы ног достать. Потянулись и нагнулись, раз, два, три, четыре, пять. Мы коленки не сгибаем, еще ниже продолжаем. Еще ниже, чтобы пол достать нам. Мы коленки не сгибаем, еще ниже продолжаем. Еще ниже, чтобы пол достать нам. Зарядка, зарядка, веселая зарядка для тела и порядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка мы делаем всегда. Бежали, приседали, раз, два, три, четыре, пять. Но веселую зарядку пришло время завершать. Ровным шагом мы пойдем, ручки, ножки потрясем. Чистить зубы, умываться мы теперь идем все. Ровным шагом мы пойдем, ручки, ножки потрясем. Чистить зубы, умываться мы теперь идем все. Зарядка, зарядка, веселая зарядка для тела и порядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка для тела и порядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка для тела и порядка мы делаем всегда. Зарядка, зарядка, веселая зарядка мы делаем всегда. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Ooh ee, ooh ah ah.
праздником, и хотел напомнить, что следующая служба в нашем храме будет в субботу в 5 часов вечернее, воскресенье в 8 часов утра, божественная литургия. После того, как вы приложитесь ко Христу, святой водичкой вас покропим, вот там раб Божий Игорь и Светлана, раба Божья, раздадут вам небольшие угощеница, вот, и пару слов хотели детки ваши сказать с воскресной школы, приехали специально к нам на храмовый праздник. Давай,
праздник храмовый престольный. Близких здесь собрал людей. Мы своей командой школьной поздравляем всех гостей. Для отца, для Николая, много самых теплых слов. Мы для вас стихи читаем, а в душе у нас любовь. Вам поклон земли чудесной, Криворожской, нам родной. В вашем храме интересно и прием всегда с душой. Покровцы и две иконы дарим мы сегодня вам, и над колокольным звоном небо улыбнется нам. Дружно батюшке желаем здравия и долгих лет. Мы добрей души не знаем, в вашем сердце Божий свет. Ценим мы открытость вашу и приветливость ко всем. Вечите молитвой даже, исчезает груз проблем. И за ваши все старания Бога мы благодарим. Храму мира, процветанье, молимся за вас и чтим. И за доброту, что в сердце, благодарны всей душой. В храм приходят люди греться вашей светлой добротой. Нашим сердце є мелодія, нашим серці є слова, нашим серці є подяка за дар вашого життя. Многое літа ми бажаємо, многое літа від душі. Нехай вам сонце усміхається, коли падають дощі. Давай. Отцу Николаю, матушке и Владику тоже. Мы благодарны за отдых чудесный такой. И вспомним о лете, прошепчем. Благодарим тебя, Боже. Скадовск мы запомним, радушный и очень родной. И тот шашлычок, приготовленный батюшкой с Владом, и пицца метровая к дате чудесной для нас. Венчание дату мы были отпраздновать рады, пирожное и поздравления, и искренность преданных глаз. А ваш аквапарк будет сниться до нового лета. Те горки веселые мы не сумеем забыть. Спасибо за вкусный компот, за салаты, котлеты. Мы Господа будем, конечно же, благодарить. Поездка на катере нас впечатлила, конечно. На остров поездка, на старый и новый маяк. Нам в вашей компании очень всегда интересно, как будто Господь посылает невидимый свыше нам знак. Зарядку мы делали, раненько утром пробежку. Мы стали давно многодетной и крепкой семьей, с любовью и верой, с большой ежедневной поддержкой. Мы вам благодарны за отдых чудесный такой. И 10 деньков пролетели, как будто мгновенье. И так не хотелось обратно домой езжать. Мы вам благодарны и будем теперь с нетерпением такого же отдыха снова волшебного ждать. Мы будем июня все ждать, чтоб к отцу Николаю Скадовск распрекрасный нам на отдых приехать теперь. Мы мира, добра и чудес всей душою желаем. И будем в молитвах, конечно же, вас вспоминать. Спасибо. Давайте. Класс необычный в храме у нас, классу гордится каждый из нас. Любим молиться, мечтать и творить, вместе в походы ходить. Молитвы о кафе с глубинках души помогут построить кораблик мечты. И море познаний открыть поскорей с командой верных друзей. Классная компания, классная, озорно веселый народ. Где-то по соседству рядом с вами класс необычный живет. Классная компания, классная, дружная большая семья. Вместе мы откроем в океане знаний острова. Класс необычный в храме у нас, знает об этом каждый из вас. Первыми к цели отважно придем и с пути не свернем. Учитель, наставник, наш капитан нам помогает постичь океан истинных правил, важных наук. Он наш лучший друг. Классная компания, классная, озорно веселый народ. Где-то по соседству рядом с вами класс необычный живет. Классная компания, классная, дружная большая семья. Вместе мы открываем.
Это про нас. Вот беда, никогда взрослых